Всем привет, меня зовут Елена, я руководитель студии дизайна компании Silk Plaster, и сегодня мы обсудим две коллекции жидких обоев South и North. South — это коллекция рельефных жидких обоев, которые состоят из текстильного волокна с добавлением декоративных флоков и мерцающих нитей. А коллекция North — это всего два вида жидких обоев. Основа — это белое текстильное волокно и цветные флоки, которые дают оттенок покрытию. Жидкие обои этих коллекций продаются вот в таких упаковках. На упаковке есть вся полная инструкция и подробная информация о нанесении, о способе перемешивания и о расходах. Одной такой упаковки хватает в среднем на 3,5-4 метра квадратных, а стоимость за метр квадратный вместе с грунтовкой получается 500-550 рублей. Жидкие обои коллекции South и North сочетаются также с другими материалами компании Silk Plaster, например, с Art Designs, Optima, со Standard, West, East. Также можно придумывать свои собственные сочетания и создавать уникальный дизайн помещения. В этих жидких обоях уже есть декоративные флоки, поэтому для создания уникальной текстуры мы рекомендуем добавлять блестки. Жидкие обои коллекции South и North подойдут для любых помещений, например, для гостиных, столовых, спален, детских, также библиотек и офисов. Главное — соблюдать баланс в цвете и понимать, для каких стилей эти обои подойдут лучше всего. Я рекомендую применять эти жидкие обои в современном стиле, в эклектике, может быть, иногда в легком лофте, а также в сканде и в этнических стилях. Также важный момент, что коллекция South — это рельефная коллекция, поэтому она скрывает небольшие неровности стен, что может быть важным бонусом. Эти обои также ремонтопригодны, то есть если вы используете их в детской, то их всегда можно восстановить, если ребенок нарисовал или испачкал какой-то кусочек. Как это сделать, смотрите на нашем сайте plasters.ru. Для детских подойдут оттенки 942-948. Также можно рассмотреть желто-зеленую гамму, это 947, 945 и 950. Но мне также нравится 941 и 943, это серый и голубой оттенок. Для гостиных можно применять любой цвет, который вам нравится. Важно правильно сочетать его с полом и остальной мебелью. Не перебарщивать с яркими акцентами, если вы этого не хотите, чтобы не создать кричащий и громоздкий интерьер. Например, можно использовать 949, 946 оттенки, это оттенки оранжевого, для создания более уютного, камерного, домашнего интерьера. Два оттенка коллекции North можно применять в любых помещениях. Важно помнить, что это материал белого цвета, поэтому он очень маркий. И для дополнительной защиты мы рекомендуем покрывать его нашим фирменным защитным лаком Silk Plaster. В завершение хочется сказать, что коллекция South подойдет тем, кто ищет природные, но приглушенные оттенки для стен в своем интерьере, а коллекция North подойдет любителям белых и свежих цветов. Всем спасибо за просмотр, будем ждать вас в следующих роликах. Пишите свои комментарии и пожелания, и до новых встреч!